Всем привет, дорогие друзья! Передо мной сейчас участник, точнее, капитан команды Cyber Dogs, Сет Томат. Пожалуйста, расскажи, как тебе мероприятие, как тебе Боровое? Ты вообще здесь первый раз? Да, я здесь впервые. Мероприятие очень интересное место проведения. Здесь очень красиво. А расскажи, пожалуйста, как тебе отель, дорога, как доехали, что делали? Ну, ехали мы, получается, всеми составами. В одном вагоне было очень весело. Куда не пойдешь, везде что-то про киберспорт, кто-то говорит, туда Хейси, Доти. Ты такой, опа, своя движуха. Угу. В ресторан идешь, там тоже сидят, все кушают что-то о киберспорте. Очень весело было, это очень прикольно. Угу. А доехали мы сюда очень быстренько. А, отель очень хороший. Угу. За исключением там тапочки поздно поднесли. Ну и ладно, это уже как бы деталь. Хорошо, но в целом природа как тебя радует? Ой, природа здесь шикарная просто, здесь днем так тепло было. Просто, мне кажется, самое теплое место в Казахстане на данный момент. Угу. Пока вам эти тепло не стало. Тебе не холодно? Пока нет. Вот комары, правда? Да, комары, конечно, не дают покоя просто нам. Они огроменные. Расскажи, как вы готовились к турниру, к мероприятию? Ну, получается, одновременно с квалификациями на Бровой мы играли большое количество других квалификаций. Угу. Мы одновременно с этим тренировались. То есть тренировки у нас плодотворные и... креативно, не знаю, как это. Хорошо, но вы, проходили. Может, какие-то стратегии приготовили? Да, мы очень много интересных стратегий приготовили, мы даже себя удивили в этих стратегиях. Будете придерживаться? Будем придерживаться стратегии, они очень интересные, многие кому понравятся. Они необычные, так сказать. Ага. Ну хорошо, тогда удивляйте нас завтра, и я хочу пожелать вам удачи. Спасибо. Участник команды Seven Esports, а точнее мидер Найр Ака Ханна. Привет, Найр. Привет, Айгера. Расскажи, как вы доехали, как вам отель, как природа здесь? В Боровом ты первый раз, насколько я знаю? Да, в Боровом я первый раз. Доехали мы отлично. Поезд был шикарным, так сказать. Мы ехали, у нас было 4 команды, мы ехали все вместе, было весело, все круто. Заселились тоже довольно-таки быстро. Отель очень уютный. Приятно здесь находиться. Природа хорошая здесь. Ну, для алматинца она новая, так сказать. И здесь довольно-таки интересно. Расскажи, а вы готовились к турниру, готовились к оппоненту? Да, конечно, мы готовились. Мы уверены в своей победе, но при этом мы не хотим подводить своих болельщиков, поэтому мы заранее подготовились. Мы за неделю до турнира начали распикивать, так сказать, перед турниром. Мы подготовили 3-4 стратегии на всякий случай. То есть ты хочешь сказать, что вы максимально готовы и готовы показать красивую доту? Да. Хорошо, я хочу пожелать тебе удачи на миде. И не только в миде, но и завтра, и вообще в целом на мероприятии, потому что тебе еще нужно будет куча терпения, там будет столько зрителей, и давай до завтра. Спасибо.